Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жек, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, обязательно ставьте огромный палец вверх на наши два видоса, и мне, и Жеке. Давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и сразу же в тот же момент выйдет новая серия троллинга. А если не наберем, то вообще не выйдет. А если не наберем, то не выйдет, да, да. Поэтому, давай, побежали. Да. Рассказывай. Небоскребы там построил. Вот, ребята, моя карта на сегодняшнюю серию троллинга. Что это такое? Ребят, как вы уже знаете, мы с Жекой переехали в Питер, и мы с ним живем в одной квартире. То есть так намного удобнее записывать видосы. И кто смотрит наши стримы, а вы обязательно приходите на наши стримы, тот знает то, что на стримах иногда происходят разные вещи. И я Жеке, и Жека мне очень даже мешает стримить. Ну, то есть происходит просто полнейший дурдом. И в этой серии я также буду мешать ему стримить. И для Жеки вообще предстоит пройти прям такой нереальный челлендж, только для того, чтобы добраться до своего компа. Вот это дом, где мы живем. Добраться до компа и постримить. Но не все так просто. Не все так просто, потому что он живет со мной, а я ему просто так стримить не дам. Так же, как и он мне, на самом деле. Но не факт, не в этом суть. Давайте мы сначала пойдем к ему на карту, пройдем его карту, а потом уже вернемся на мою. Поэтому, ребята, давайте потопали. Ну что, Эдисон, ты готов проходить мой ролик? Я готов, да, мы можем начинать, А вот у меня вопрос, а почему у тебя тумбочка в глазу? Ничего у меня нету, наркоман. Ладно, хорошо. Что ему там мерещится? Да, да, я слушаю вас. Эдисон, ты у меня на прошлом стриме засунул мою расческу себе в штаны, помнишь такое? Вранье! Не было такого! Какая расческа? А вот это реально было, ребята, и как бы все, кто смотрели стрим, они помнят это. Так что, Эдисон, ты мне до сих пор не купил новую расческу, поэтому сегодня в моем троллинге ты пойдешь покупать мне новую расческу. Подожди, а чего я должен тебе новую расческу покупать? Я чуть не понял. Потому что ты ее испортил, засунулся там в труселя, и что, я теперь буду расчесываться твоими труселями? Нет. Нет, Эдисон, нет. Так что вот, короче, это моя комната, да, Эдисон? Я в труселя не засовывал, Жек, я тебе открою такую тайну. Да засовывал. Короче, Эдисон, вот расческа, вот расческа моя, можешь там себе ее оставить, а мне иди покупай новую. Ага, хорошо, хорошо. Так, а дайте мне, пожалуйста, карточку, чтобы я... О, деньги, я заберу деньги. Ну, хорошо, забирай. Заберу я деньги. Так, а карточка, дайте мне карточку. Я спанпоинт могу тут поставить на всякий случай? Да, поставь, Эдисон, поставь. Это просто свет выключается. Ну, тут не выключается, да, но а это нормально. Да, он не выключается, да. А, так, что тут такого странного? Где ключики? Подожди, откуда я могу знать, где ключики у меня такое? Откуда я знаю, где ключики? Ну, ты ищи быстрее. Где у тебя ключики? Ты сломал мою расческу, вот это твои ключи, засунул куда-то. Ничего я не делал! Ничего не было! Ну, можешь, конечно, в моей комнате оставаться. Ты должен купить мне расческу, Эдисон. По-другому никак. Думаешь? Да, если мне кажется, где-то вот она вот тут вот. Где-то вот тут вот ключик. Да, где-то вот тут. Что-то там есть. А там сзади ничего нету. Да, есть там, да, сзади. Ничего там нету. Да есть, да. О, это что за тайный проход? У тебя в комнате, Жека! Да, ты вот не знал, но я тебе покажу потом, Эдисон. Хорошо, хорошо. Я буду знать свои тайны. Не надо мне твои тайны. Вот здесь. Ой-ой-ой! Так, хорошо. Все, давай, беги, Эдисон, быстрее. Потопали. Это что? Это наш двор? Да, ну тут какие-то проблемы, Эдисон. Да, что-то не напоминает, вроде было уже такое испытание где-то у кого-то, я видел. Да, где-то у кого-то что-то такое было. В общем, Эдисон. У меня, наверное, да, у Эдисона такое было вроде. Да не было. Что в смысле, просто испытание, лавовая, как бы, эта штука. Лавовый паркур. Эдисон, ну быстрее, вот, смотри, тут есть магазин, шестерочка называется. Давай, быстрее. Шестерочка? Да, в шесть нужно быстрее попасть в шестерочку. Че, и как? Я не знаю, ну вот посмотри, может скрытые проходы, может найдешь. Какие, черт, скрытые проходы, алло! Ну не скрытые, а может они не открытые. А, скрытые? Да, возможно, они вообще открытые. Да, я понял. Ну или не открытые. Ой, все, до свидос. Я его не пущу на свою карту, давай, валяй отсюда. Эдисон, Эдисон, ну давай ищи скрытые проходы. Жека, я не знаю, честно. Помогите кто-то! Вытащите меня отсюда, вашу мать! Я не знаю, как тут пройти. Ну ты получше, прости, мне кажется, кто-то явно тебе поможет. Кто-то. Папа! Привет!
Да, только не, только не ты, засранец, только не ты. Иди сюда, тебе помочь перейти, перейти дорогу. Я просто вот эту, я своему соседу придурку вот расческу новую пришел покупать, поэтому можешь ее забирать, она мне больше не нужна. Эта расческа больше не надо. Подожди, стой, стой, подожди, подожди, я тебе могу помочь перейти через дорогу, ты понимаешь? А, ну давай, давай, помогай, помогай. Давай. Вот смотри, короче, ты сейчас встаешь, напрягаешь свою попку, вот сюда вот попку напрягай. Вот. И теперь по моей команде ты будешь прыгать. Да, 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 конечно, конечно. Да, буду я прыгать. Не хочешь не с ней прыгать? Ну давай, хорошо, давай, толкай меня, ну давай. Все, готово, раз, два, три, полетел! Да, конечно. Что-то не работает, да, невидимые там блоки, невидимые блоки там, да? Может, я куда-то, не знаю. Ты вставай, я тебя подтолкну, как бы, ты да? Давай. Да? Ну давай, давай, а, давай. Куда, вот сюда? Вот хорошо. Сюда, вот сюда. Полетела. Опа. Что-то вот ты умираешь, ты постоянно. Вот, ты давай еще раз давай, еще раз купидон. Еще вот сюда, вот давай. Сюда, прям, да, прям в задницу тебе вставлять? Прям, нет, просто помоги мне пройти от лавовый паркур. Хорошо, я толкаю. Толкаю. Невидимый лавовый паркур. Ты, ну, лучше, ты лучше глаза закрой. Придурок! Не в ту сторону меня толкай, дебил! А в какую, я не прямо, понимаю. Прямо вот туда толкай меня. Вот туда, прямо, да. Вот туда? Ну ты придурок на самом деле. Я с тобой больше не дружу, ты мне не нужен ангел-хранитель, уходи отсюда. Ну это как это? Ну давай, давай, я понимаю, что вот туда, да? Вот туда. Вперед! Вот туда, да? Хорошо. О, ну вот видишь, все хорошо, а чё ты? Ага, и чё дальше? Купидончик плохого не последует, спичу в шестерочку иди, куда я чё, шестерочку хотел. Шестерочку, вот, шестерочку. Я сейчас тут упаду. Да, да. Ах, да, но на самом деле, а зачем я туда иду? Подожди, а зачем я туда иду, если мне расческа нахрен не нужна? Я могу развернуться и пойти обратно домой. Нет, ты такой, ты вообще, ты своему другу должен помочь, ты ему как бы сломал его расческу, давай. Плевать я хотел на эту расческу на самом деле. Плевать на друга, значит, да? Ты на хотел? Расческу хотел. Все, ангел-хранитель, теперь с тобой не дружу. Все, не дружи, не дружи. Хорошо, хорошо, я могу просто вот тут посидеть, полежать. Так, так уж да, и ну, давай, Эдисон, тут на самом деле все можно пройти, как бы понимаешь, что там можно пройти. Вот, так, вот ты меня толкай уже наконец-то, давай, да? Давай, 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 давай. Давай! Влетел! Все, давай. Молодец, молодец, молодец. Главное, не упади. Ты главное, будь осторожен. Да, я главное, нормально, да. Ты будь осторожен, да. Ну, сбоку можно пройти, да. Сбоку, да. Какого черта боку? Говорит, проходит, говорит, сбоку, а там везде невидимые блоки. Прикольно. Нет, там можно пройти. Толкай меня уже наконец-то. Давай, давай. Куда? Ты придурок, я тебе так скажу. Ладно, если ты раз не можешь, я не хочу тебя мучить, поэтому проходи. Невидимые лавовые вот эти все. Давай, давай. Вот магазин шестерочка. Где там пройти можно было, покажи мне. Вот здесь, смотри, вот так вот можно было пройти. А, вот так вот, да, упасть в лаву, да, да, упасть в лаву, ну конечно. Да нет, вот так. Непроходимое испытание просто. Ну, наконец. Эдисон, давай, покупай быстрее. Если что-то надо, я на него кладаться не могу, на самом деле. Ты заколебал! Сейчас я опять сука, бидончик тебе будет помогать, я понимаю, конечно, да. Без бидончика ты уже никто не можешь справиться. Так, расческа. И... Ага, расческа. Ой, Дисон, тут еще косы и яблочный сок продается. Мне кажется, яблочный сок тоже пригодится. Зайники, хумардин? Да. Хумардин. Эдисон, а что ты, давай яблочный сок-то сразу здесь выпьешь и все. Давай яблочный сок. Я сок, в принципе, не пью на самом деле. Ты яблочный сок не любишь, что ли? Нет. Не любишь яблочный сок? Нет. Ты уверен, что ты не любишь яблочный сок? Да, не люблю. Мне кажется, ты любишь. Нет. А что за яблочный сок какой-то непонятный, на самом деле? Эдисон, ну мне кажется, нужно идти домой тебе. Идти домой, да? А ну стоять! Да я стою, я упал вообще. А ну стоять! Ой, полисмен! Это что у нас тут такое? Разбиваем, значит... Алкогольный напиток. Какой алкоголь? Я просто сок, мать вашу. Понятно. Раздевай. Да вот, другу расческу покупал на днюху. А это у вас холодное оружие в руке? Ну быстро холодное оружие отдали. Быстро. Расческа! Быстро холодное оружие выкинул. Такая холодная, это быстро оружие. Холодное оружие выкинул, мучать. Да в микроволновке я его держал, какое холодное. Я тебе сейчас пулю сажу, а я быстро отдай расческу. Придурок полисмен. Спасибо за расческу, как бы мы вас садим за... распитие курных напитков в тюрьму. Спасибо за расческу, я передам вашему другу. Спасибо, вы хорошо поработали. До свидания.
Это сон, да? Потому что, ну, я не верю, что такие дебильные полисмены бывают, поэтому... Пока меня еще штык где тут яблочный носок, я полежу тут, да. Вот сны у меня тут приколи, Митрофаны, Ибрагимы, ха-ха. И сны где-то появился, хрен пойми где, поэтому... Тебе ты точно что? Я еще сплю, да? Да, да, еще спишь. Ты можешь, в принципе, тут оставаться, ладно, я пошел проходить твой троллинг. Ну шо же не даст? Ты тебя там отпустила, я смотрю, пузырьки еще идут. Какие пузырьки? Ничего нету, ничего не было. В общем, Жека, в общем. В общем, заходи, заходи. Да, у меня тоже что-то по поводу стримов. У меня только не то, что я украл у тебя расческу и засунул труселя, да, и почесал. Ага. Нет, не вот это. Нет, не вот это, не вот это. А то, что... Жека, ну сейчас мы живем вдвоем, да, и нам очень сложно стримить, ну потому что я тебе немного мешаю стримить, да? Но это не факт, не факт. У тебя стрим просто через 5 минут, и тебе надо бежать домой. Так все, побежал. Ну давай, ну учитывая то, что ты живешь со мной, Жек, ты смотри. А где лифт? Нету лифта. Вот, у нас просто перестройка в доме, видишь? Ты там спанпоинт, там все написано, там... Да, если какая перестройка? У нас лифт есть! У нас нету лифта, у нас перестройка дома. Ай, понятно. Не видишь, все разгромили. О, неправдоподобная карта, я понял. Ладно, ладно, почему неправдоподобная? Это я специально все построил. Так ты тут лифт-то сделай, как бы, если правдоподобно. Какой лифт? Почему лифт? Ну, правдоподобно... Да ты еще прыгать не умеешь, а? Жекер. Я сейчас допрыгаю, ты понял. Да я не могу с этим блоком наверху. Ну ты уже один раз перепрыгнул. Да, манал, я твою. Не переживай, я сейчас прыгну. Молодец, да. А нифига тут как бы этот сложно. Ты берешь. Да ты прыгни хотя бы, не просто беги. Да я не успел. Жека, это я... Хорошо. Тихо, ничего не нажимай. Я открою тебе секрет. Это все я подстроил. Мне же говорю, тебе сейчас сложно будет записывать стрим и стримить, потому что я тебе всякие ловушки сейчас строить буду. Не все так просто. Ты, нет, да, это я. Стримить. Да, Жека, так, а куда тебе идти? Три двери. Это лифт или что? Это лифт. Да, это три лифта, Жека. Заходи в какой-то один. Заходи. Да, все, у меня походу крышка. Нет, да не, просто, ну, поднимайся на лифте. Ну да, все, ну все, у меня не работает. Все, я застрял. В смысле? Да нажми на кнопку в лифте! Какую кнопку в лифте? Тут нет никакой там кнопки. Там рычаг снизу есть. А, вижу. Ты где? Нормальный лифт. Ты пятнулся? Ну да, хороший лифт. Ой! Извини, Жека, я что-то там программировал лифт, но что-то не туда запрограммировал. Да давай, а чё ты хотел? Подожди, а чё ты хотел? Надо было Ибрагимом и Митрофаном оставить. Ой. Подожди, а чё? Ты мешаешь мне, я уже не видел, никуда я прыгаю. А чё ты хотел? Ты думаешь со мной жить так просто? Кстати, здесь не вообще не просто жить, вот, знаете, труселя раскидывает весь время. Да, конечно, конечно. Расческу в трусы мои засунул, в общем, вообще хулиган. Ужас. Ну, Жека, я тебе открою секрет, я еще зубной щеткой ноги свои чистил. Я тебе говорю, как бы ты не переживаешь. Да, не переживай. Давай, заходи. Отойди, ничего не вижу. Да что ты не видишь? Давай, дом! У тебя стрим через 3 минуты, понимаешь? Я не хочу. Ты позади. Да куда ты, дебил? Ну, ты придурок, Жек. Нормально, он мне сказал, куда ты? Ты придурок, когда уже дверь захлопнулась? То есть нельзя бы мне заранее сказать, ну тебе туда не надо. Жека, давай я... Ты вначале зайди, а потом я скажу, и скажу, что ты дебил. Дай руку, я тебе помогу. Жека, смотри, тебе сюда надо. Вот смотри, тут кнопочки нет. А какой тут один блок? Блок какой выделяется, придурок? Блок опять ему кто-то выделяется. С которого ты уже 10 раз падал. Блок кому-то выделяется. Этот каблужниковый, что ли? Да, не знаю. И чё? А. Вот ты, понятно. Ты дурак на самом деле. Да не, на самом деле да, просто... Да, ты на самом деле дурак. Опа! Так, понятно. Поставь спаунпоинт. Да. Так. Оперный театр. Я же сказал то, что это я перестройку затеял в нашем доме, чтобы Жек... было сложно стримить. Поэтому давай, Жек, у тебя стрим через 2 минуты. Ты хочешь подписчиков своих подвести? Да, я ничего не хочу, я сейчас быстренько. Ну ты давай я быстро, я... Давай уже-то быстро давай! Да я давай, быстро. Давай по водичке. Я вообще мастер паркура, так сказать. Так не туда тебе... Да ты дебил! Так вот, водичка, тебе водичку надо. Куда ты лезешь? Ты дебил! Зачем ты это сделал? Я прошел уже почти. Так и ты не туда прыгаешь. Да все, вот я прохожу твою карту, все, оставь меня. Ой,
Жека, ты не понимаешь, я желаю тебе только лучшего, понимаешь? Да, и поэтому я устроил эту перестройку, чтобы на стрим не успевал. По водичке надо вверх. Да, иди нахрен! Не надо мне верить, вообще. А я то верь мне, то не верь мне. Надо верить, я твой сосед, Жека. Я тебя вообще так не слушаю. Ага, сигали. Все, встань. Давай, залезай, по водичке, Жека, давай. Не трогай меня, не трогай. Водичка. Давай. Опа, давай. Ой, давай, Жека, только не упади. Сейчас толкнёт, либо там какой-то блок. Только не упади, Жека. Ой, не надо падать, Жека. Троллинг опасная штука. А я тебе сейчас каждый день троллить буду. Ой, не надо. Нет, куда? Не надо. Не смей, Жека, только не сюда. Я понял твой намек. Только. Откуда ты, Эдисон? Ты, конечно. Ну ладно, все, хватит тебя троллить, спускайся. Жек, у нас как бы в доме лифт есть. Ты что, забыл? Я ж тебе не сразу же намек дал, то что какой-то блок у нас тут выделяется, да? Ё-моё. А зачем ты это все проходил? Иди ты нахрен, Эдисон! А зачем ты это все проходил? У меня такой вопрос, да, Жека? Да не знаю, потому что... Ну вот ты в лифте как бы... Всё, куда мы едем? Ну давай, нажимай кнопку! Куда я нажимаю? Где мой компьютер? Вот всё! Ты дебил! Чё меня... Чё пошёшь два Эдисона? Не-не-не, я ж тебе сказал то, что я буду мешать тебе стримить. Поэтому давай, я тебя не буду... Я тебя даже не буду пускать в комнату. На тебе по лицу, тебе по щёчину. Тебе надо в комнату надо забрать. Ты ядовитый, чё как в комнату? Сам ты ядовитый, в комнату надо забирать себя стрим через 40 секунд! Я что тебе сделаю? Так ты проходи мимо меня, я может я тебя пощажу и пропущу. Да, пощадит меня он. Давай, а может... А может какие-то скрытые проходы тут есть? Скрытые проходы! Нахрен скрытые проходы, иди ты... Ну, подожди, я проходил твой троллинг, я тоже не знал то, что у тебя там за сундуком есть какой-то скрытый проход. Да, в сорокотан, да. Давай, проходи. Да. Какой скрытый проход? Скрытый проход какой-то. Да, скрытый проход. Ну, скрытый проход, ну, придурок! Да, всё понятно, всё да. Понятно. Да. А вот смотри. Всё очень... Как? Я думал, ты полчаса проходить будешь! Как? Ты охренел, Жека! Нормальная тема, мне понравилось. Ты чё, охренел? Всё, я полетел, до свидания, Эдисон! Сам себе хуже сделал, дебил. Сам себе хуже сделал. Давай, проходи. Все же мне удалось его затроллить даже без троллинга. Он сам себе затроллил. Все, Эдисон, нахрен. А, все, ага. То есть ты стрим пропускаешь, да? Стрим пропускаешь, значит. Ай-яй. Давай, Жека. С первого раза так... Да, я манал, я не могу, это пипец. Вот подожди, ты с первого раза это перепрыгнул. Да, это случайно получилось. Так, подожди, мне просто бьет еще этот твой сраный яд. Да. Мяс! Все. Почти. Ну, Жека, ты почти справился. Давай. Опа, да ты молодец просто. Подожди. Так, нажал на кнопку, молодец. Так, Жека, ты правильно. А где хапа? Ну, подожди, ты подожди. Что я какого черта делаю на крыше, придурок? Спаунпоинт поставь. Смотри, ну, подожди, как на крыше? Ну, как бы я тебя через дверь не пускал, поэтому ты забрался через крышу. Сейчас тебе надо попасть в свое окно, а твое окно вот тут. Посмотри вот туда внимательно. Видишь там? Нет. Ну там есть какая-то дырочка. Ну ты сначала прыгни, посмотри, чтобы запомнить, где эта дырочка. Ох ты ж, зараза! Давай все заново. Не переживай, все. Все под контролем, Жека, давай. Опа! А как это залез? Да, как первый раз как-то залез. Опа! Жека. Я живой. Да, ну прыгай. Умирай, тебе живым не надо быть, Жека. Давай, прыгай. Да не туда, правее чуть, правее. Вот. Нет, левее. Да! Да ёхали ты, бабай, ну Жека! Ну прыгай, просто в дырочку вот эту.
Да я прыгаю, я нажимаю. Да в другую перевод. Дырочку, не в левую, а в правую. Вот, молодец. Все, стрим. Поехали. Да. Все нормально. Ну что, ребята, я немножко опоздал на стрим, вы, конечно, не переживайте. Вот я... Ты что, обалдел? Все, не будет стрима. Я говорил то, что я тебе буду мешать. Да охренел, ну дай мой ноутбук. Нет, да, мне, да, пускай стрим идет, я... Совсем дебил. Я всю карту проходил, чтобы этот странный стрим надел, ну... Хорош, просто мне немножко ноутбук и все и. Нет, ну я же говорю то, что я буду издеваться над тобой же. Не, сади нахрен, я все. Дай мне ноутбук! Да почему? Объясни, почему я должен дать тебе ноутбук, а? А почему ты мне его не должен дать, я не могу понять. Потому что я тебя троллирую, Жека. Эдисон, я своровал твою шапку. Ты мне должен. Я в обмен на шапку и тебе ноутбук. Ноутбук подороже будет, чем шапка. Эдисон, ну быстро дай. Не отдам. И что мне теперь делать? Ну, дай! Эдисон, ну блин, я тебя просто спрошу! Вот смотри, понимаешь? Вот давай договоримся, вот опять, вот не хочешь шку, давай я тебе буду борщ заморгать. Ага! Ну я тебе сделаю борщ, я тебе сегодня утром кашу сделал, понимаешь? Я взял ему, сделал кашу, давай, Эдисон, ну пожалуйста! Ну, будет борщ! Да, будет борщ, Эдисон, точно будет борщ. Ну смотри, Жека, хорошо, в этом троллинге я Жеку пощажу. Я тебе дам, смотри, хорошо, я тебе дам. Держи, иди стрим. Сломал мой стрим, да? Да, все. Ладно, все, ребята, немножечко... А, ребята, подождите, я тебе борщ не сделаю, а то я писю на стриме покажу. Так что давай, ты тут поаккуратнее. Я приду и за тебя забанят, Жека. Эйсон, ты задолбал, все, вали нахрен отсюда, дай мне нормально постримить. Хорошо, иди хорошо. Ты в жопу. Хорошо, все. Не меня закрывай, я вух, вали отсюда. Фух, просто пипец. Но я жду борщ, жду. Все, стрим себе там, стрим. Ноутбук в воздухе стоит. Ну ладно, надо кто-то стоит, ребята. Спасибо, что пришли на стрим. Я буду жать печать. Да, без стола, стрим в воздухе, на коленах. Да, все. В общем, Жека, смотрите, ребята, ловим Жеку на его слове. То есть, если ты мне не сделаешь борщ, если не будет доказательств. Я не умею. Я буду Жеке мешать делать стрим. Я в следующий раз жопу на стриме покажу, Жека. Я тебе обещаю. Ребята... Это же жестко. Ну, не забывайте приходить на наши стримы, а то и не такое увидите там. Записывайте, да, главное, чтобы Жека борщ сделал. Так, ребята, если вы хотите видеть следующий стрим, если вы хотите видеть следующую серию троллинга, то обязательно ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на наши видосы, на бой видосы, и мы ждем 15 тысяч лайков, а в сумме вообще 30 ждем, да. Да, да, так что вот если не будет наших обоих видосов 15 тысяч лайков, как минимум, то троллинга больше никогда не будет. На, держите свой борщ, я пошел. Поэтому... До свидания, ребята. Да, все, убери свое говно тут наставил, да.